Приветствую, вторая часть мукбанг. Давайте имбирь при вас. Дракон, конечно, был просто супер. Дракон лайт с угрём. Мне сказать нечего. Можно я просто помолчу? Боже, как это вкусно. Давайте попробуем Токио. Вот это какой-то тоже он как разваленный. Какие интересные эти роллы. Ну, рыбки. Нормально. Имбирь даже не буду пробовать. Вкусно, но тут копченый лосось. Честно, я бы не очень, чтобы очень. Ну так, в общем. Ну, вкуснее, чем Цезарь, который в тот раз положили. Молодцы. Просто это тоже не тот ролл, который я люблю. И претензий к голду нет. Ну и давайте в Филадельфии буду заканчивать. Муж, кстати, Филадельфию вот эту с рыбкой тоже любит очень. И вообще, придумала, о чем поговорить сегодня у нас с мужем. Романтический ужин, вообще-то. И когда вы много лет замужем, что это, кунжут, вы просто устраиваете такие вечерочки. Вкусные роллы. Это, кстати, афродизиаки. Афродизиаки, потому что это рыбка. И все. Ребятишек можно бабушкам, дедушкам отправить. Или погулять. И будет вам счастье. Давайте еще одну Филадельфию. Нет. Дракон хочу. Я люблю его. Это очень вкусно. Я летаю. Я в раю. Ну все, буду.